Поработаем на руки, бицепс, трицепс, дельты немножко. И после этого закончим прессом, спиной одновременно и небольшим стретчингом. Окей? Пусть камера вас не смущает, она снимает только меня, так что желаю всем хорошей тренировки, поехали. А мы-то надеемся. Нет, кто хочет, пожалуйста, поднимите руку, будет снимать и вас. Значит, поехали, растягиваемся первым делом. Стоим ровненько, тянем переднюю поверхность бедра. Пяткой касаемся ягодичной мышцы. Чувствуем легкое натяжение. Тянем плавно, не резко. Хорошо. Тянем внутреннюю поверхность бедра, пах. Добавляем натяжение. Плавненько. Хорошо. Приседаем на ногу, колено смотрит вниз. Хорошо. Молодцы. Поехали, сейчас берем снаряд. Поехали, спина прямая. Садимся до параллели. Раз. Два. Три. Хорошо, четыре. Пять. Еще глубже, до параллели. Шесть. Семь. Тренировки. Ой, сегодня, честно говоря, у меня первая тренировка, была тяжеловато, конечно. Но я думаю, что с каждым последующим разом буду чувствовать себя получше. Вот, так что, кто не успел присоединиться, присоединяйтесь к нам во вторник в 6 часов. Ну что, держим путь в Бельце. В Бельцах сейчас организован концерт, открытый концерт Григория Лепса или Лепсаридзе, по-моему, да, приуроченный ко дню Высоцкого. Там ставят памятник Владимиру Семеновичу. Вот. Я, как истинный любитель Лепса, не могу пропустить данное мероприятие. Кстати, еще пока не был ни на одном концерте, вот мы сейчас опаздываем, немножко спешим. У нас еще впереди долгая дорога. Надеюсь, что все-таки успеем хотя бы на чуть-чуть. Вот. Но, правда, совмещаем приятное с полезным. Надо подписать контракт с игроком, нашим бывшим игроком. Он играл в Беларуси, потом играл в Бельцах прошлый сезон. Один из лучших вратарей Республики Молдова, Влад Вакарок, вновь изъявил желание выступать за цвета нашего клуба «Олимпус 85». Вот мы с ним также увидимся на концерте и договорились о том, что подпишем контракт на 2 года. Так что вот так вот. Ну, да, увидимся в Бельцах. Thank you.
Ну что, концерт был просто супер. Я вообще первый раз был на концерте Лепса. Ужасно понравилось. Обязательно пойду еще раз. Жалко, что он приехал первым в Бельце, а не в Кишинев. Но сейчас вот встретились с Владом. Влад сам из Бельц. Воспитанник гандбольной школы Бельской. Школы Эдуарда Таукча, правильно? Да. Вот. Ну, приехал в Кишинев. Мы тоже его немножко учили в гандбол играть. Играл у нас в Олимпусе, после этого в Белоруссии. Вернулся, играл вот сезон, два сезона или до сезона? Два сезона в Бельцах. И сейчас переходит обратно в Олимпус. Да, Влад? Да. Вот, ну сейчас, Влад, ты контракт уже подписал, точнее ознакомился. Осталось его только подписать. Так что давай, будем рады видеть тебя в нашем клубе. Снова. И с завтрашнего дня начинаем тебе подыскивать квартиру. Ну, я думаю, что это будет район Ботаники, то есть, чтобы поближе к комплексу, чтобы недалеко было ездить, так? Да. Так, как мы с тобой говорили. У Влада скоро свадьба. Да, 20-го. 20 июля, так что, может быть, еще и приедем к тебе на свадьбу. Не может. Нет, я имею в виду с ТВЦ-21 Директ Динвиация. Ну, очень буду рад. Так что, если ты не против. Я, конечно, нет. Все, официальное приглашение есть. Рада, гуляем. Хорошо, ну а сейчас у нас остался путь домой. И завтра на работу. Смотрите на завтра.